Когда я участвовала в архитектуре, я получала пособие по безработице. И когда мы на архитектуре года писали, что я сделаю, какие действия я сделаю в 72 часа, первое, да, вот у меня было такое, Лена, позвонить бухгалтеру. Для чего? Для того, чтобы открыть свой бизнес. Я была на пособии по безработице, и заканчивается моему молодому бизнесу год. И я могу сказать, что это был, с одной стороны, нелегкий год такого становления, узнавания, принятия, вообще понимания, что такое вот бизнес. Мне очень хочется высказать тебе свою благодарность. Заканчивается 22-й год, который я планировала с тобой на архитектуре года. И я, конечно, хотела попасть в архитектуру, я, конечно, в нее попала. Отработала в архитектуре по полной программе. Если правильно сказать, это не то, что сбылась большая половина. Сбылось все. Просто со своими коррективами, да? Но, в принципе, все, что я планировала, например, увеличился в 2,5-3 раза. Я не вернулась в найм. Для меня это важно. Это тоже и шоковая, и архитектура этому способствовали. Я открыла свой бизнес, я работаю, и я занята. И эта работа мне нравится. Параллельно я работаю в социальных сетях. Три командировки были. Абсолютно шикарные, волшебные, с сопровождением, с VIP-залами, с гостиницами высочайшего уровня и класса, и с личным шофером и так далее. Была шикарная поездка с семьей, с моей младшей дочерью, мужем по Европе, Германия и Чехия. Ну, очень много других вещей. Обновить то, что было нужно было в семье, поменять машину, выйти из каких-то платежей. То есть это все, что планировалось на архитектуре, это, конечно, проект. Крутейшая энергетика там на этом проекте, как и на всех твоих проектах. Я тебе безмерно благодарна. Я всегда смотрю твои эфиры. Если я их не смотрю, не слушаю в прямом эфире, я, конечно, это все смотрю в записи. Рада находиться в твоем поле. Очень приятно видеть тебя. Всегда, если есть возможность, захожу в аквариум. Я радуюсь вот результатам девочек. Очень хочу дальше с тобой продолжать обучение, какое будет обязательно, закончив сейчас все свои обучалки. Мне очень хочется прийти в проекты в другие, особенно что касается помощи проекта, который связан с шоковой, да и расстановки на картах тоже. Вкусно все, хочется все. Люблю тебя. В моем телефоне ты написана как крутая горбочь. Я тебя обожаю, обнимаю, желаю тебе, твоей семье всяческого благополучия. Просто неимоверного, от чистого сердца. Тебя слушает я, тебя слушает иногда моя семья, мы иногда спорим над твоими роликами. Ты действительно свет крутая и заслуживаешь наибольших моих благодарностей. И всеми фибрами души обнимаю, люблю и не прощаюсь, конечно.